Крепче за баранку держись, шофер. В Люберцах открылась новая автошкола. Она позволяет своим ученикам экономить время. Получать знания можно не только на лекциях, но и виртуально, с любого устройства. Кроме того, современные иномарки позволяют с комфортом освоить навыки вождения. Подъемная эстакаду, змейка, параллельная парковка. Когда-то Александра могла только мечтать об этом. Поначалу даже боялась садиться за руль, признается девушка. Но правильный подход опытного инструктора помог поверить в себя и быстро освоить вождение. Научить некому было, поэтому все познавалось здесь, на площадке, с первых шагов. Все вопросы инструктор отвечал подробно, относился ко мне внимательно, поэтому постепенно страх пропадает, и я думаю, что скоро я смогу уже выехать в город. Выбор Александры на автошколу «Реал» пал не случайно, ведь кроме новых комфортных иномарок с коробками «Автомат» и «Механика», в ней есть возможность обучаться онлайн практически с любого электронного устройства. Нет времени ходить на лекции – не беда. Специальная программа включает в себя видеоуроки, конспекты занятий и тестовые задания по каждой теме. Человек может просматривать несколько раз это. Если что-то он не понял, еще раз отматывать, разбираться после каждого урока самостоятельного, отвечать на данные вопросы и сдает. Пока не добьет тему, дальше работу не пропустит. Заниматься через онлайн-кабинет могут и те, кто учится, так сказать, по классике. Ходить на лекции здесь тоже удобно. Будни или выходные – решать вам. Кстати, автошкола располагается в самом сердце города. Занятия проводят по современным методикам. Внутренний экзамен у нас сдают практически все. Вот. И далее выпускаются к экзамену в ГАИ. С преподавателем, с инструкторами, со мной едем в ГАИ и совместно сдаем экзамен. Мы ведем каждого человека до получения прав. Чтобы получить права, нужно учиться, а это здесь займет всего 3 месяца, у онлайн-клиентов – 2. А медицинскую комиссию можно пройти прямо в стенах учреждения. Сотрудники автошколы «Реал» не новички в этом деле. В Люберцах это уже 6-й по счету филиал, в котором теперь учат реальных профи-водителей. Анна Троян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Маша Лапычева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.